Всем привет! И сегодня я вам кратко хочу показать обзор самоката. Необычный экземпляр. Его украл Макс Василенко. Это известный угонщик самокатов. Он приехал из Челябинска, чтобы угнать именно этот самокат. Я объясню вам почему. Дело в том, что он сделан полностью из карбона. Руль сделан из титана, причем необычного титана, это особый титан. Из него делали Титаник. Серьезно. Прости. Ручки здесь сделаны из шерсти альпийских коз. Серьезно. Колеса спортивные. Сделаны из резиновой резины, смешаны с каучуком, немножко ниток там, ну, в общем, не знаю, вот такие вот колеса. Платформа специально карбоновая, то есть самокат весит где-то 600 грамм. Итак, что мы имеем? Карбоновая рама. Ну, это усиленная рама, лонжероны очень толстые, то есть вот, может, даже видно. Это и доктейл, и тормоз у нас сделан тоже из карбона, но он не стирается, все хорошо. Здесь сразу же мы видим спортивную резину, извините за грязь, он использовался в ралли, спринтах, только что. Это пластик необычный, китайский, так и называется. Вот. Колеса литые, черные. Все, ну здесь рассказывать нечего, хотя бы перейти вперед. Значит, особенности спереди. Чудесный управляющий элемент, ну, вилка, да, как на велосипедах. Она непростая, тоже полностью карбон. Покрашена просто в черный, не обращайте внимания. Колеса такие же абсолютно, без каких-либо изменений. Рулевая от Ferrari F430, и она спортивная. Максим Селенко лично расписался здесь. Это считается за тюнинг. В общем, плюс 50 лошадиных сил. Идем дальше. Переходим выше. Это спортивная стяжка, она помогает рулю держаться. Несущая конструкция, короче. Из пластика, но это спортивный пластик, все хорошо. Закрепляем руль этим. В общем, лайфхак всем гонщикам на самокатах. Чтобы руль не ходил во время поворотов, нужно его снять и обмотать изолентой. Вот здесь можно видеть, синее торчит изолента. Здесь, с этой стороны, мы имеем роспись Саши. Сашечка, как видите, 2017 август. Это день угона этого самоката. В общем, надеюсь, следственный комитет это увидит. Но номера перебиты, и меня не найдут. Еще я госномер не весим. Итак, ручки чудесных альпийских коз. В общем, я даже пил молоко, которое они сделали. В общем, Octopus. Это фикс. Ну, короче, типа круто. Спорт тоже. Это тюнинг от Максима Василенко. Спасибо вам большое и привет большой. Гонщик нелегальный. Едешь на всей скорости. Профессиональный. Нет тебе покора носи. Гонщик нелегальный. Едешь на всей скорости. Профессиональный. Нет тебе покора носи. Мама!